Здорово, друзья, это Ник 86, и сегодня у нас будет два испытания, но в них нету практически смысла. Не ищите смысла в этом видосе. Видос просто поржать. Что нам нужно на первый опыт? Нам нужно любой герметик, нам нужен любой радиатор и сделать насосную станцию, которая будет подавать воду. На второй опыт нам, в принципе, ничего не надо, нам нужно просто взять винтовку, пневматическую, я вам уточняю, и просто расстрелять радиатор в хлам. Ну что, друзья, вся установка собрана. Отец мне тут очень сильно помог. Также здесь есть установка. Вы это видели, когда мы промывали копейку. Здесь просто помпа. Там тен от чайника. Ну и все. Так, подключил датчик температуры сюда, в середину радиатора. И посмотрим, какая будет максимальная температура. После того, как мы добавляем присадку, мы смотрим, как она в натуре работает или нет. Здесь вот устранится течь или нет. И насколько сбавится, если сбавится, температура. Посмотрим. Все переделали. Здесь сейчас у нас вот радиатор. Патрубки вниз. Они у нас были пережаты, но все не работало. Потом у нас отхлебнулась здесь конструкция. Вода отсюда не шла, шла отсюда. Давайте подключаем. Вот этот давляк пошел. Ты куда так столько, а? Ее загнуть, что ли? Загни ее маленько, осторожненько прям. Блять. Вот так будет. Ну все, ребята, смотрим максимум температуры. Ну что, ребята, смотрим. Это максимум температуры 93,8. Ну будем считать, что это 94 градуса. Вот, 94. Здесь все течет. Открывай. Ровно половину сейчас зальем. Все, хватит. Система у нас же не полностью 9 литров. Ну и все, смотрим. 94,3. Ну это максимум, да. Обратка идет. Звуки появились. Чудные звуки. Воды нету. Температура не падает. Ребята, я отключил нагрев из-за того, что здесь очень жарко. Мы просто подождем 20 минут на горячую, а потом подключим кипятильник и посмотрим, как максимально наберет температуру. Ну что, ребята, ох и запах здесь за 20 минут. Ни в коем случае не проводите эксперименты дома. Если вы блогер, беда всей семье. 20 минут прошло, все окей. Вода не течет. Смотрим. Это вот остатки просто. Не капает. Вода стала желтой. Температура, да, убавилась. Сейчас мы просто подключим кипятильник и наберем максимальную температуру, которую может набрать. Было 94 градуса. Ну что, ребята, спустя еще 10 минут температура все-таки добралась до 94 градусов, даже уже 95.
А, ну это мы уже просто подольше подождали. И опять загрузила помпа. Давайте все отключим. Да, температура набирается так же, но набирается она уже не так быстро, как раньше. Раньше набиралась где-то процентов на 15 побыстрее. Это было видно ощутимо. В общем, тачка прогреваться будет чуть дольше, но температура не падает. Но если эту гадость оставить здесь надолго, то хана вашей всей системе. Нюанс насчет течи. Если было бы давление, наверное, все-таки надо было подождать больше 20 минут, чтобы течь прекратилась. Без давления все очень быстро зарубцевалось, и воды нету, течи нету. Ну что, ребята, вот и пришло время для краш-тестов. Вы не ищите в этом логику, это просто для красоты, для картинки. В общем, мы моделируем ситуацию, как будто вы едете по трассе 150 км в час, навстречу еще машина, где-то 110 км в час, итого уже за 200. И у вас прилетает камень в главный радиатор. Думаете, что это машина и главный радиатор. А это будет камень. Вот, скорость пульки винтовки от 150 до 250. Нет, до 200 км в час, если мне память не изменяет. МР-512 винтовочка. Пульки будут простые. Ну, может быть, бронебойную возьмем. Нам что нужно? Пробить соты и посмотреть, помогут присадки или нет. Естественно, если мы расхерачим все соты на вылет, то ничего не поможет. Но если будет слегка трещина, посмотрим. Но уже, смотрите, капает здесь. Вот отсюда. Так что присадка долго здесь не жила. Это как временка только. В общем, эти присадки я не рассчитываю как что-то. Как что, то, что может починить, даже временно. Ну что, ребята, начинаем тестирование. Так, берем простую пульку. Вот у нас трубка идет. Вот надо в нее и попасть. Опа! Первой попытки заливаем, ребята, беда у нас, беда. Пробило. Не надо, не стыкай, там камера. Да, попал. Говно какое-то. Вот как херач. Поможет, не поможет. Не поможет, уже нету воды. Давайте мы заткнем пальцем. Может, поможет. Не поможет, ребята. Вот на вся присадка здесь. Помп вообще красава. Да нет, для картинки сфоткаю. Ну все, ребята, и вам ничего не помогает. И у вас двигатель закипел, все это херня. Ну естественно, это херня, потому что пулька прошла на вылет, прям всю соту, всю трубку пробила. Порошок даже и не думает растворяться, не успевает. Давайте посмотрим повреждения. Насквозь прям. Давайте посмотрим, насквозь или нет. Да. Вот тебе камушек. Нет, даже пулька даже застряла там. Да, вон застряла. Но ничего не помогло. Ну все, ребята, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на ТикТок, в Инстаграм. Все ссылочки в описании. Интенсивно.
Который на вылет.